Моему папе, Пожидаеву Ивану Ефимовичу, посвящается. Самый лучший совет – совет отца, мудрый и четкий, не взять, не отнять и точка. Я вспоминаю черты твоего лица и остаюсь все той же любимой дочкой. Я вспоминаю тебя по 100 раз на дню или болтаю во сне я с тобою часами. Я до сих пор не смирилась, себя виню, и потому говорю о тебе с небесами. Я вспоминаю с теплом доброту твоих глаз. Каждого ждет в небесах заветная дверца. Я очень верю, что ты охраняешь нас. Люди уходят из жизни, но не из сердца.